температура на улице становится все выше, скоро снег начнет таять в полную силу. Чтобы не было много луж на детской площадке реабилитационного центра для детей, здесь традиционно несут снежную вахту работники одной из организаций. Подробности далее. По-настоящему доброй стала традиция уборки снега на территории реабилитационного центра для ребятишек. С 2016 года организация «Газпром Трансгаз Томск» взяла на себя эту заботу. С тех пор проблем с уборкой и вывозом в центре не знали. Мы очень рады ежегодно встречать ребят, таких крупных, таких сильных, которые помогают нам, нашим деткам, очищать детскую площадку от снега. В этом году снега очень много. На протяжении уже 5 лет, наверное, мы в 2015 году сюда переехали. Ежегодно весной встречаем помощников наших, которые нам так помогают здорово освобождаться от снега. Ребята выезжают с удовольствием, делится заместитель председателя Совета молодежи организации. Дел на час, тепло и нам польза, и ребятишкам на радость. Ребята всегда рады поработать на свежем воздухе. Они все идут ради этого как раз к нам работать, потому что у них в основном и работа вся на трубопроводе. Поэтому поработать, поубирать снег, тем более для детишек, которые в этом нуждаются, и скорее, чтобы они попали на игровую площадку, большим удовольствием. На данный момент в акции принимает участие 32 человека. В этом году снега действительно навалило очень много, улыбается работник центра. Самим бы пришлось тяжко. После прошлого года мы точно знаем, сложно. В прошлом году из-за пандемии не получилось, и своими силами мы очень долго пытались освобождаться от этого снега. Но когда разово такая помощь приходит, мы очень этому рады. Нужна. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёк, Минск.